Biz sizlerden kızınızlarda ateş geldik. Сотрудники штаба Института радиотехники и связи, сменив военную форму на уйгурскую национальную одежду, показывают народные обычаи – выкуп невесты. Избранница жениха из казахской семьи, сваты дарят родственникам невесты ткани и угощения. Родственники девушки вначале, как и положено, оказались недовольными дарами и хотели прогнать джигитов. Но позже выкуп все же состоялся. А вот курсанты факультета связи пограничной службы демонстрируют на конкурсе национальную грузинскую одежду и танец. Затем горные воины решили угостить вином и хинкали членов жюри, что судьям очень понравилось. Они пообещали поставить грузинской команде самую высокую оценку. Последними из шести команд выступали студенты факультета зенитно-ракетных войск. Они представляли казахскую этническую группу. Вначале на родном языке прозвучали приветствия, потом ребята показали исторический мини-фильм. Всего в конкурсе на знание обычаев и традиций народов Казахстана приняли участие 60 курсантов Военного института радиотехники и связи. Первое место завоевала казахская команда «Кыран», второе досталось грузинам. А третье получили будущие связисты, представлявшие на конкурсе узбекские народные традиции. Цель пропаганда нашей дружбы, нашей многонациональности, нашей республики. Вручим грамоты, призы. Первое, второе, третье место и номинации будут. Дильмурат Муталипов, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».